Всем огромный привет! Здравствуйте, дорогие мои зрители! Всем очень рада! Присоединяйтесь к моему новому видео. Сегодня, мне кажется, будет много всего интересного. Много буду работать на кухне и уборкой, и заготовки. И покажу, наверное, и расскажу, да, на что у меня уходит очень много времени. Хотелось бы это сократить, но, с другой стороны, либо вариант делегировать, либо покупать все в упаковках, да, и тогда, может быть, это будет быстрее. Но, мне кажется, это будет большой минус для здоровья моих детей. Поэтому сегодня просто расскажу свои будни, как у меня все это происходит, сколько времени на это уходит. В этот раз так получилось, что сначала было мясо, потом молоко, которое нужно было тоже переработать в творог, затем йогурт, затем масло, ну и так далее. И как-то получилось все вместе, решила сделать вам такое видео. Муж пока играл с детьми, ну как-то приносила я вантус, он чистый, не переживайте. С детьми начали играть, ну а потом, конечно, я его уже поставила к раковине, он мне помогал разделывать мясо, потому что каждая игра заканчивается чем-нибудь. Сейчас вантус покупим! Стоп, игра! Все, все, игра закончена. Разбил что-то. Любимую часть. Ох, легко. Я тебе сказал, плохая штука, мотаешься, ладно, все. Сейчас разбил. Игра закончилась вот этим. Чем заканчивается каждая веселая игра? Неприятностями. Я даже не стала вникать. Думаю, пусть муж сам с ними разбирается. Я такая была уставшая, представила, сколько килограмм мяса, а тут больше 30. Нужно было все это переработать. Как тебе бульон, Мишонька? Понравился? Покажи, как кушаешь. Обычный бульон, рис, мясо. И зелень. Это называется ленивый суп мамин, да? Сейчас покажу. Покажись. Она все караулит. Дайте мясо. Постоянно приходит сюда. Она уже с утра чувствует, когда я прихожу, и она уже здесь ждет завтрака у меня. Пузатенькая. Хорошенькая. Дреночки, будете вот такие? Да. Сейчас я вам порежу, подожди. Не будем лихо, пока. Мам, будем. Бульончик кушаете? Да. Ты скажи Амельке поговорку, чтобы она запомнила. Амелька, помолчи. Солгал, поел, бульон встал. Один раз, наверное, встал. Не-не-не-не. Сейчас посмотрим, что делает папа. Режет. Нет, мясником. Я сегодня ему сказала, что давай вместе. А то обычно я больше знаю, что мне нужно, и приходится из-за этого все разделывать самой. Сегодня я согласилась на все, что мне сделают. Мне все равно, лишь бы сделали. Да? Тебе не очень понравилось это решение. Мне понравилось решение, просто надо мне навостриться это делать. Пробелы в воспитании. Да? В детстве не у нас научили. Не было мяса. В Советском Союзе где ты видела мясо? У нас тоже не было. Откуда же я одни должна... Одни кости продавались в магазинах. Мы тоже ели одни попки куриные. Нет, я тоже не знаю, что нам... Попки куриные мы вообще не ели. Я не рассказала вам, откуда столько мяса, еще и вечером, но у нас так всегда. К нам приехал наш дорогой любимый фермер, но у него есть один маленький недостаток. Он живет по армянскому времени, мы уже смеемся, ему всегда так говорим. Он никогда, ну в основном, никогда не предупреждает, когда приезжает, либо если предупреждает, то может опоздать. Но это, наверное, самый такой большой минус из всего. Но мы с этим нормально уживаемся. Но вот получаются такие нюансы, что если ты не планировал заранее, да, и у тебя столько мяса, с одной стороны, можно и на вечер, на ночь оставить где-то в холодном месте, ну, так как сейчас зима, да, а с другой стороны, хочется это все переработать. Ну, вот получилось очень много, и сразу обычно нам привозят, я вам уже показывала, или козлятину, или баранину, ну, опять же, это мясо такое немножко специфическое, да, не все его едят, мы давно уже к нему привыкли, но по телятине я скучаю, когда, если он привозит, особенно молодое и хорошее мясо, очень быстро разваривалось. Конечно, я взяла максимально. Вот сколько бюджет позволял, столько я и набрала. И получилось, конечно, очень много. Я еще и подружки тоже заодно взяла.
А теперь буду мыть, все разобрали. Я разбираю обычно такие большие куски для бульона. Сейчас хочу попробовать варить, может быть, где-то бульон и замораживать, потому что уходит очень много времени на готовку. После прохождения марафона, и сейчас я еще немножечко учусь составлению меню такого грамотного и быстрого, да, на всю неделю, вот буду пробовать. Сейчас мою всю раковину, взяла до места с хлором, все это обрабатываю, и будет уже тогда хорошая, чистая раковина. Очень мне понравился этот процесс, не знаю, я вообще балдею. Особенно, когда у меня появилась вот такая вот натуральная щеточка, мне очень нравится ей мыть плиту, потом покажу вот такие разные места в раковине, все это залить водой, мне как поплескаться, не знаю, я вот от этого очень сильно получаю удовольствие, когда ничего не стоит, ничего не мешает, можно лить, брызгать сколько угодно. Совсем забыла сказать, бывает пишете по поводу этих волосин, что они прозрачные, некрасивые и так далее. Девчонки, они не прозрачные, у них просто верхний поясок сшит из двойного материала, да, а дальше уже идет просто тонкий материал. Поэтому создается эффект, как будто бы видно нижнее белье или еще что-то. Ну, знаете, мне эта вещь нравится, я ношу, правда, редко одеваю на съемки, чтобы не было вот таких лишних вопросов. Если кто-нибудь из вас, у кого дети, точно эту же фразу повторяют. Мы сейчас смотрим сериал «Манюня», детям он очень понравился, но вот эта фраза «ба», не буду повторять, да, она просто въелась в память, дети постоянно ее говорят, но Миша где-то уже второе слово, да, говорит помягче, чем на самом деле в оригинале. Но я, наверное, думаю, что если на телевидении пропустили эту фразу, то, наверное, в ней ничего плохого не видят, не знаю, потому что мне кажется, фильм все-таки детский. Сейчас я занимаюсь следующим. Мне нужно было достать все контейнеры. В одном ящике у меня стеклянные, в другом пластиковые. И нужно было разобрать всю зелень. Она у меня была в большом мешке. Я давно это собиралась сделать, но как-то не доходили руки. Брала просто по чуть-чуть. А сейчас, так как мясо приехало, плюс еще творог будет, места на зелень у меня нет. Поэтому сейчас берем с детишками и всю эту зелень просто перекладываем по маленьким контейнерам. Вот, бери. Вот сюда. Прямо руками, Лё, бери вот так вот руками. Сдыхайся мне все. Ты мне помогаешь добить, можешь... а я буду собирать. Давай. Можно я сам отшилу наверху? Можно? Мне так хотелось уже идти спать, но так как зелень у меня не помещалась просто в морозилку в этом огромном мешке, мне пришлось себя заставить, да, пересилить. И вот как раз такие мысли после марафона, когда умею останавливаться и так далее. Вот в моем случае, вот сегодня как раз вам видео, да, показываю, я не знаю, вот я легко на самом деле могу остановиться и ставлю сейчас себе прям вот зону уборки, если 15 минут в день, я легко останавливаюсь, с этим уже большая победа. Но если это касается вот какой-то еды, в основном это касается кухни и еды. У меня нет возможности где-то остановиться, хотя очень хотелось бы, да, чтобы где-то не пересиливать себя. Ну, вот такие моменты, как зеленью, например, да, вроде бы как и не сильно обязательное дело, но нужно доделать, потому что она просто испортится. В следующий раз просто нельзя оставлять в большом пакете. А опять же, знаете, когда тебе ее привезли, и когда уже не хочется раскладывать, а легче в один пакет сгрузить и уехать на море, например, то тоже вот так и получилось. Ну, теперь в следующий раз
буду уже знать, лучше сразу разложить. Сейчас раскладываю всю еду. Опять же, не оставишь на плите, в холодильнике места нет. И вот эти вот все рутинки, мне кажется, вам все это знакомо, когда это все нужно убрать, в кастрюле не оставишь и в холодильник не запихнешь, приходится все это перекладывать. С одной стороны, я очень люблю вообще этот процесс, эти контейнеры, но у меня постоянно получается все это не в очень такое удовольствие, что ли, да, всегда это уже такая где-то обуза, я не знаю, как это даже вам сказать, что хочется уже спать, а приходится все это раскладывать. Да, я думаю, сейчас по глазам поймете, что мне уже совсем ничего не хотелось, но пришлось доделывать. Я оставила всю посуду, дети кушали. Сейчас все это сложу возле раковины и оставлю мужу, пусть он убирает, моет, и я ухожу. Вот как раз тот момент, да, что вечером чистите раковину, и чтобы ничего не оставалось, и с утра встать, и был порядок. Вот у меня в такие моменты, да, нет желания ее оставлять чистой. Я беру и ухожу, потому что сил уже нет. Хотя вроде там еще 5-10 минут, но вот эти вот еще 5-10, еще 5-10, уже нет сил и уходишь. Покажу вам сегодня наши изменения. Я решила все-таки матрас немножечко передвинуть. Но я вам уже рассказывала, я очень люблю перестановки. Этот матрас у нас довольно старый и 1,40 м шириной. И он у нас стоял посередине комнаты. Мы на нем и прыгали, и книжки читали. Сейчас решила немножечко его задвинуть под эту кровать, потому что Лева захотел все-таки спать на втором ярусе. А внизу у нас такого матрасика нет, да, поиграть. Они постоянно что-то стелили. Сейчас хорошо очень получилось, я считаю, мне очень удобно стало, и детям тоже. У нас такая норка получилась. Светильник сейчас находится между Левиным ярусом и нашим внизу. Ну, так мы уже закрепили, да, мы думали, он все-таки спать будет внизу, надо будет переделать. Ну, мне кажется, света и так хватает. Очень здорово получилось. Теперь с удовольствием туда заползаем все вместе, но только не можем поделить маму. Самка кобры, змея, единственная змея, которая заботится о вылупившихся змейках. Несмотря на то, что с самого появления на свет они абсолютно независимы змейки. Я думаю, что вам всем знакома такая ситуация, когда одному из детей уже перестает быть интересна какая-либо книга, он начинает с собой звать компанию для игры. Если не соглашаются, он придумывает свою игру. Наступает утро, и мы продолжаем, опять же, кухонную работу. Ну, вот я вам сегодня как раз показываю, на что у меня уходит очень много времени. С одной стороны, можно было протирать эту плиту 3 минуты, и тогда не нужно было сейчас убирать. С другой стороны, у меня очень много времени уходит на вот такие вот полуфабрикаты, что ли, я не знаю. Потому что я уже задумывалась, если мы покупаем продукты в магазине, в упаковке, тот же творог, тот же йогурт, мясо, например, да, то мы не тратим время на вот это разделывание мяса, на складывание, да, и так далее. У меня на это много времени уходит, ну, где-то не хватает уже на уборку, да, на поддерживающую, но ничего. Сегодня будет много таких здесь, да, кадров не очень аккуратных, да, можно сказать, поэтому я могу вам испортить аппетит, если вдруг вы пьете чай. Я сейчас взяла средство от Amway для выведения жира, называется оно Zoom, пользуюсь очень много лет им и как-то не переливаю в пульверизатор, вообще правильно с пульверизатором пользоваться, и расход очень для меня такой экономичный, полгода, мне кажется, хватает мне этой бутылки, я мою плиту, фартук, фасады на кухне и вытяжку, вот самые такие жирные места. И еще хочу вам рассказать про мою щеточку Santai Living, я вам уже ее показывала в каком-то из видео. Оставлю ссылку, я балдею просто от нее, я мою ей плиту, и с посудой, конечно, она мне не очень помогает, я пользуюсь другой щеточкой, а вот эта маленькая просто супер, как она справляется с плитой, и она бережет мои пальцы и руки, потому что, видите, такие есть у нас выступающие элементы, как иголочки, я очень часто их не замечала, ну, бывает, отвернешься, и могла порезать себе палец или опять же прорвать перчатку. Сейчас же эта проблема улетучилась, все здорово, просто наносишь чистящее средство этой щеточкой играючи, все отмывается, и чистота, и красота. Сейчас протираю просто эти решетки. Неделю назад, наверное, я их мыла в посудомоечной машине на большой температуре. После этого я сразу же не даю им остыть, я сразу же их вытаскиваю и беру металлическую
губку, опять же, от Amway, где-то еще раз прохожусь по таким застарелым жирным отложениям, и все, они чистые. Сейчас убрала доску, я хочу все это смыть хорошенечко в раковине и прохожусь по столешнице. У меня всегда вот такой след остается после доски. Можно сюда какое-то абразивное средство, да, чем-то помыть. Ну, мне кажется, соды достаточно. Вот как раз с этой планочкой эта щетка очень здорово справляется. Я брала раньше ножик и этим ножиком где-то проводила, да, и вот всю грязь опять же собирала. Сейчас же при помощи щетки ничего не нужно было такого делать. Все здорово. На сегодня моя уборка на кухне заканчивается. Больше уже у меня времени на это нет, но здесь очень много всего, что нужно мыть и убирать. Ну, это все, знаете, процесс. Завтра меня ждет еще вытяжка, может быть, нижние фасады, если я успею. Все будет понемножку и потихонечку. Сава стоит у меня, моет посуду. Нужно ему еще будет сполоснуть эту доску, которую я ему туда положила. Я сейчас протираю от жира экран. Не буду сегодня уже его генералить и мыть обычно в раковине. Не всегда мою, потому что на нем очень много жира. В этот раз более-менее он у меня выглядел, поэтому оставляю, просто протираю, вытираю руки. И сейчас начинаем вместе с вами готовить. Первое — это йогурт. Молока уже осталось совсем мало. Была целая эта банка, примерно 6 литров, наверное, если я не ошибаюсь. Она была полная. Мы варили кашу, какао, и вот остатки я уже оставляю на йогурт. Сейчас мы берем 20 литров молока в неделю. Я думаю, что, может быть, будем брать 30, но раз в две недели, потому что все это очень много времени у меня занимает, вся эта переработка, и мы где-то даже столько не съедаем. Поэтому, может быть, через какое-то видео 2 я вам покажу полную переработку молока, что мы готовим. В одно видео все это соберу. Сейчас мы делаем все очень просто. Я беру йогурт местного приготовления. В этот раз я взяла 2 стаканчика. До рисочки я все это довожу вот в этой прозрачной чашке обычным молоком. И разливаем всю эту смесь, хорошо перемешанную венчиком, просто по банкам. Сейчас закроем все это крышками. На дно я все-таки по вашему совету положила салфетку. Хорошо просто закрыли. Да, больше ничего особенного не нужно. Закрываем крышкой и ставим программу йогурт. Она стандартная, 8 часов. Я прибавляю еще 1 час, получается 9. Знаете, может быть, проще вообще не разливать по банкам, а сразу же вот в эту миску, да, наливать всю эту смесь и ее оставлять. Но, знаете, у меня либо качество плохое, я не знаю, но у меня очень сильный запах от этой миски, поэтому я в ней не готовлю ничего, только делаю йогурты. Сейчас я вам покажу уже на утро, да, это охлажденный йогурт, он не очень густой, но, в принципе, мне кажется, хороший. Бывает и гуще. Субботнее утро, завтрак у мамы готов. Все просто, да? Достал баночку с йогуртом, клубничку заранее размороженную. Немножко сахара, правда, захотели? Мам, детям поедем? Наверное, сегодня поедем. Следующий процесс, который тоже занимает, конечно, дополнительное время. Если вы масло покупаете в магазине, то вы экономите много времени. Мы делаем сами, покупаю я сейчас масло только если на какую-то выпечку. Ну вот, когда хочется свое натуральное и не греть, да, его, конечно, делаем сами. Сейчас я раскладываю в пергамент шоколадное масло. Я его сюда перекладывала после взбивания с шоколадом. А потом дети, конечно, отсюда уже ножичком, да, вытаскивали. Мне
пришлось все это просто перемешать. А так я думала, что оно застынет, и я кусочками разрежу и вытащу, сразу положу в пергамент. Поэтому сегодня я немножко придавила руками и думаю, что нормальная форма будет хорошая. В нижний ящик у меня для молочных продуктов. Вот видите, справа у меня шоколадная масса, слева обычная, и там внизу еще творог. Следующая моя работа, опять же, это то, на что у меня уходит достаточно много времени, это приготовление творога. Я знаю, что в деревне, наверное, каждый день, да, занимаются этим процессом, но вот если ты живешь в городе, то не для всех это обычная рутина, но и она, опять же, занимает время. Если ты моешь кастрюли, перерабатываешь молоко, варишь и так далее, и, опять же, потом упаковываешь, расфасовываешь, и даже иногда у меня так получается, что этот творог есть, он может завтра пропасть, у тебя вечер, ты уставший, а тебе нужно что-то с ним сделать, либо заморозить, либо какие-то сырники тоже в заморозку. Ну, то есть, опять же, вот вечером с кухни не уйдешь так просто и быстро, потому что все эти продукты, да, они требуют за собой, так же, как и мясо, например, да, если оно не в упаковке, оно все очень быстро портится и где-то отнимает дополнительное время. Ну а теперь давайте поговорим о самом приятном, да, результате, потому что работы много, но это же того стоит, если ты ешь хороший творог, но особенно если ты любишь, да, просто его есть и не хочешь где-то покупной, у нас же все вкусы разные, да. Я как варю творог, обычно у меня всегда 4 кастрюли, может быть, кто давно меня смотрит, то знает, в этот раз, наверное, где-то очень быстро свернулось молоко и много сыворотки отошло, поэтому и получилось всего 2 кастрюли. Сейчас вам на утро уже показываю, уже все остыло. Я варю на самом медленном огне, без водяной бани. Не знаю, может быть, час, может быть, 2 часа. Я как-то всегда это делаю интуитивно, чтобы ничего не пригорело, конечно, ни в коем случае. Когда он вот таким образом уже, как правильно, садится, да, опускается, то мне понятно, что все готово. Ты сам построил, Лев? Нет. А кто строил? Мне и маленько помогала. А я уже себя цикл нашел. Мотоцикл? Покажите, что у вас в домике есть интересного. Там воришка. Чайник. Там воришка. Там у вас комнатка? Мам, здесь не открывай цвета. Там воришка сидит? Да. Она воришка. Выходит? Воришка, да? Да. Все, дорогие мои зрители, на сегодня это все. Я думаю, что было полезно и интересно. Если есть вопросы, то пишите, постараюсь всем ответить. Желаю вам хороших выходных, хорошей погоды, погуляйте, отдохните со своей семьей, наберите сил для рабочей недели. Всем пока-пока!